Всем привет, это вторая серия за сегодня. Есть время, решил записать. Теперь видео у меня будут выходить в окошке, потому что я не знаю, через что мне видео рендерить. Через Windows, короче, Windows Video Maker, как-то так. Он очень... Ну, там почему-то нельзя сделать другое, это разрешение только такое. Либо такое, либо еще меньше. Думаю, лучше это, чем ничего. Конечно же, потом, возможно, я найду нормальную. А возможно, просто крякну какую-то программу. Что-то я не помню такую карту. Может, была один раз. Да, по-моему, была такая один раз. Спасибо, Бога. Один или два раза такая карта была, но вот, честно, тоже очень редкая. И очень хорошая. У нас редко. Мне нравится. И здесь всего три круга, поэтому я уверен, что они будут маленькими. О, большими. Немного заплетаюсь. Ну, поздно уже как-то. Я лично поеду напрямик. Не люблю ездить в объезд. Блин, чё ж мне сразу-то не сказали, что придется туда поворачиваться. Да нет, не слишком такая большая карта. Конечно, хорош, так на минуту 30 вышло. Даже чуть меньше, наверное. Но все же не слишком. Видали побольше. Вон. Сам туда заехал, чтобы людей вкатать. О, еще и выброс есть. Вот уже уничтожил. Предыдущую серию я назвал массовый суицид. Не круто ли? Потому что там трое под конец карты выжила. Ну, те, кто смотрел предыдущую серию, те знают. Чтобы скорее уже разобраться с флотаутом, поиграть в споры. Капец, у меня тачка засрана просто. Ай, вылетает все время. Да, здесь их намного проще и удобнее. Самое главное, кайфа. Вторая позиция. Еще кто-то уничтожен. Так сказать, надеюсь, первый, но я второй, так что это я должен первого уничтожать. Дядя Боря, он ухлестал фиг знает куда. Хотя он мог запросто впилиться куда-нибудь. Ну вот как вот тут сейчас вот на данный момент. И как вот я вот на данный момент потерял колесо. Ну это последний круг. Оба! Нифига себе борзой. Вы-то видели? Мне только что обогнали. Я без колеса еду. Честно вам скажу, управление очень сильно ухудшается без колеса, когда едешь. Но вторая позиция тоже неплохо, если учитывать состояние моей машины. Оба. Видали, это бордюр так задел колесом. Сейчас мне нужно вести очень аккуратно, но в то же время мне нужно прийти вторым. Скоро уже финиш. Вы видели, я даже... На это не могу свернуть на обочину. Ставшее колесо начинает тереться об бордюр. Черт, у меня и так мало хп, тут еще свет труп разложил, понимаете ли. Финишная прямая. И все же мне удается финишировать вторым в такой машине. Все же меня уничтожили под конец. А состояние машины это просто нечто было. Ну, ладно. 3300. Также тут счет отличился на 500 и... Переспущу запись. Переспустил запись. О. Ралли. Помню, мне на моем старом-старом телефоне. Он у меня еще в классе первом был. Старый мамин. У мамы телефон просто отжал, себе забрал. Были ралли игра. А,
такое говнище, честно скажу. В сравнении вот с нынешними играми. Но, блин, играл, нравилось. Нет, мне не нравилась эта игра. Мне очень нравилась игра там, где нужно чувачком по шарикам прыгать. Тут классная игра. Капец, я думал, может он там вляпаюсь. Ой-ой-ой. Да не, у меня вляпаются. Оба. Видимо, какой-то бочонок или еще что-то рвануло. 4 круга. Уху-ху. Йо-хо-хо и бутылка рома. Дверь захлопнись. И дверь почему хочется открываться? Наверное, потому что ее не отвалилась. Ну и правильно. Позиция 3. А, баг. Помню, в первой части, когда я играл в первую часть, она... Ну, у меня был, короче, такой баг. То, что если меня начинают обгонять по второму кругу, то есть если меня один по второму кругу обогнал, то я уже становлюсь первым. Ой, вторым. Был классный баг. Он случался у меня несколько раз, потому что с игрой были какие-то неполадки. Я не знаю, что тут неполадки были. Ну, в общем, вот такая вот классная хрень произошла. Опять на этом повороте я зафейлился. Колесо еще тут мешается. Часть чьей-то машины. Мне нужно догонять этого чувака. В круге все по минуте. А, кстати, а тут... Нет. Я тут хотел проверить, пишет ли у кого какой самый лучший круг. Ну, что тут поэтому быстрее. Как плохой дороги вы куда свернули. Ну ладно, тут проедем, я тут еще не ездил. Да, тут машина хуже едет, скажу. По грунту. Медленнее. Немного медленнее. Ну, видимо, вряд ли я их уже нагоню. Это меня еще обогнал борзой. А нет, нагоняю потихоньку. Надеюсь, я их догоню. Обгоню. Еще и рулив катаю по дороге. Думаю, светло-красного я должен обогнать. Нет, не обогнал. Все, свалился. Лошня. Да. Это было жестко. Может, тут споткнулся, видимо. Вот фиг вам всем. Дамы, мое 3 место. Голубой влетел. Желтый, будучи... Можно сказать, полностью уничтоженным, продолжает погоню за мной. Но, видимо, ему уже не победить в этой гонке и не занять призовое место, а вот у меня все шансы. Хотел его своей тушей просто уничтожить, чтобы он влетел в меня просто так. Было бы классно. Всего 200 заработал, но тут бульдозер получил и 500. Продолжаем. Перезапускаю запись. Продолжаем, что-то как-то хорошо иду. Тьфу-тьфу-тьфу, я не ворон, чтобы каркать. Главное не накаркать, на то, что я хорошо иду. Потому что я не хочу плохо идти. Плюнул на экран зачем-то. Видимо, он мне не понравился. Ай, черт, какая-то хрень тут летает. Еще какая-то фигня тут состряла у меня в зубах. Ой, ненавижу, когда хрень все время отпускают и еще мешают. Thank you.
Да, неплохая карта. Оба. Ну ничего, ничего, молодцы, ребята, молодцы. Немножечко не там хотел свернуть, но ладно, слишком сильно разогнался внутри. Переворачиваю. Хип, минусти. Не видел кто. Короче, гонщику сделал перевертыш. Вы видели опять этот бочонок, летающий в воздухе. Я понял, в чем его секрет. К нему присоединена труба, которая не присоединена ни к земле. Но он считает это за опору. То есть труба есть, и ладно, буду висеть в воздухе. Ну, скорее всего, вот так вот там происходит такой вот этот баг. Таким образом. Стоит Жень тут проехать. Оба, на кто-то уничтожен. Да, прилетело мне. Ну ничего, сейчас мы не три их догоним. Да, кстати, видео не выходили, потому что я увлеченно смотрел одно. Фига себе подлетел. Увлеченно смотрел очень интересное аниме под названием «Меланхолия Харухи Судзуми». Нет, по-моему, называется «Харухи Судзуми». Там два сезона «Меланхолия Харухи Судзуми». А потом и «Пропажа Харухи Судзуми». Очень интересное аниме, мне оно очень понравилось. Но единственное, в чем вот ошиблись создатели, зачем ее было называть «Пропажа Харухи Судзуми», хотя она не пропала совсем, а просто был изменен мир. Ну, в общем, кому интересно, пускай посмотрит, очень интересное аниме. Затягивает долго, честно вам скажу. Вот смотрел очень долго, я видео долго не выходили, и только из-за этого увлеченно смотрел аниме. Плохая отмазка, думаю. Ну что ж, давайте мы их тогда так обгоним. И первая позиция. Ну что ж, я крут. Да, я крут. Оба! Фига себе подрезал. Тьф, вообще борзели. Тут всего заработал 200, тут заработал 1500. Ну что ж, неплохо. И я занимаю первое место. Сейчас перезапускаю запись и прохожу последнюю карту. Перезапустил карту. Фу, запись, и начинаю проходить карту. Ах, опять сельская местность. Как же я ее ненавижу. Ах, ну ладно, сейчас сетку делаем. Мы останемся в победителях. Времени 11 часов только. Блин, смотрел, пока смотрел на часы, просто всрал всю гонку. Только я так могу. Ну что, тут 4 круга успею еще. Убедить их всех. На Таранова. А, неплохо про Таранова, неплохо. Половину жизни идет с ним. Сейчас стараемся нагнать тех, кто вышел вперед. Оба-на! Вези меня. Немного занесло из-за этого. Ну, да, вы там собачитесь, а я, пожалуй, проеду. Вы не против? Нет? Не против. Ух ты, я думал, я на первую позицию вырвался, а оказывается, как обычно, эти уроды впереди. Пролетел просто над этой шнягой, хотел ее сбить, пролетел над ней. Ну, не тренер. Как меня бесит. Третья позиция, нет. Фу, чуть не влепился там просто. Народ еще мешается на дорогу, понимаете ли. Да, третья позиция, мне не очень нравится. Видели, что с крыши моей машины. С ней плохо. Ну, он же. Думаю, у меня унесет просто чудовище подводное. Как, знаете, в спорах, если уплыть очень далеко, то там просто такая хрень вылазит, тебя съедает просто.
Я только что видел свой капот. Ой, этот. Ладно, машина не слишком хорошо разбираюсь, поэтому я не помню, как называется эта хрень. Не капот, а бампер. Ну, это бампер называется. Бери. Ух ты, я нагнал одного. Правда, по-моему, желтый был впереди. Но, видимо, нет. Видимо, нет. Видимо, желтый этого давно. Сейчас находится впереди. Я просто четвертый был. Не смотрю на свою позицию. Ну, ладно. Черт, улетел. Я слышал чьи-то крики, походу рожает кто-то. Ну что ж, поздравляю ее. Я ей заплачу 20 от своего выигрыша. Красный вон, видите, как разошелся. Тоже тормознул на повороте. Оба. Подсрашивает мне. Я чуть в танк не врезался. Желтого вижу. Стараюсь не избавлять скорости, но и за управлением следить. Ну, во-первых, это залог хорошего гонщика. Во-вторых, это поможет мне, возможно, блин, справился с управлением. Возможно, мне это поможет догнать желтого. Но навряд ли. Он более хорошо едет, как-то это вообще нереально. А вот он, что же. Один из немногих минусов этой игры, это что нет оружия. Почему нельзя просто там мину поставить на дороге? И нету. Врага. Это анекдот недавно прочитал, я так не считаю, но анекдот прочитал, мне показалось забавным. Алкоголь, враг мой, возлюби врага своего. Проблема решена. 800 заработал, тут получил мастер взрыва и лучший круг, в итоге 1500. И занял второе место, ну что ж, неплохо, неплохо. 4000 призовых и... Ой, не люблю, здесь нужно в центр биты попасть. Сейчас мы идем в автомастерскую, прокачиваем машину и... Идем проходить... прокачали управляемость. Теперь мы, наверное, пойдем вот сюда, в кузовы. Потому что мне нужна мощность 9000, зато вот этого 4000 мне на нее хватает. И сейчас пройдем мини-игру. Ой. Вышел. Так, мини-гейм. Честно скажу, я этот мини-гейм не смог так пройти. Это, наверное, один из немногих мини-геймов. Сейчас, подождите, я переспущу запись. Переспущу запись и смотрим, что тут нужно сделать. Это мы все знаем. И нам нужно попасть в самый центр биты. Честно скажу, это трудно, но мало того попасть в центр биты, вам нужно еще попасть в перчатку. Или нет? Честно скажу, не помню. Не помню. 290. Давайте сами попробуем. Попробуем попасть еще в перчатку. Опять этот баг, сейчас перезапущу игру. Оказывается, игру не нужно было перезапускать постоянно, можно было просто выйти в главное меню. Не попал. Давай тогда сразу заресетим. Честно скажу, это очень трудно. Ёпрсета, что это за издевательство такое? Сейчас еще раз. Должен же хоть раз попасть в эту чертову биту. Ч.
в миллиметре просто пролетает в нее и попасть не могут. То слишком высоко, то слишком низко. Как уже говорил, это очень трудный мини-гейм. Попал. Все же за то, что ты попадаешь в перчатку, тоже дают баллы. Но, видимо, еще нужно в этой перчатке удержаться. Что ж, 196. Ух ты, кто-то набрал 278. Да, далеко мне до него. А, видимо, нужно еще попасть так, чтобы отлететь как можно дальше. Может и нет. Пам. Почему я... Что-то не помню, почему я отлетел вниз. Ну, ладно, видимо, я попал не в центр, а... ниже. Попробуем попасть сейчас в эту перчатку. 187. 188. Ну что ж, посмотрим, какое место я занял. Наверное, никакое. Да, четвертое. Ну и ладно, я, как уже говорил, у меня не получается это пройти. Сейчас я посмотрю, сколько я записал, и продолжу. В общем, я прошел целый кубок, а записал, по-моему, там 10 с чем-то минут. Думаю, ну что, круто, у меня еще есть много времени. А, кто-то уже впилился мне, успел зад. А, да, помню это масло. Трудный момент. Слишком сильно внутри разогнался. Вот урод, а! Ты я ведь его хотел... Ой, господи, чуть не взорвалось. Ты ведь я его хотел туда скинуть, а он меня скинул. Хрень моральная. Курица малосольная. Кричать же курди, блин. Финишируем. Первый круг, третье место. Стараемся их нагнать. У меня уже машина в трипске помята. Ну, разве что только зад перед, я не вижу. Не помню, честно вам скажу, какую кнопку нужно нажимать, чтобы увидеть свой перед. Секунду, сейчас мы ждем в... А, тут только настройки звука. Все, теперь у меня не только понятно, зад, у меня теперь вся машина понятна. Ну, нет, в принципе, она в довольно-таки хорошем состоянии. Такой с жопой жопа. Кстати, о птичках. Я не знаю, чем сказал, просто нравится эта фраза. Сюда желтый битюк момента. Куда вышел? Желтый битюк момента. Ну и правильно, уезжайте. Там, а я тут вот прямой еще вот скачу. Взрывался на первую позицию, но это ненадолго, урод, блин. Разнес какую-то фигню там. Опять на третьем месте. Опять не шпалом. На масле очень сильно скользит машина. Нужно от тех-то гнать.
помню, как-то нашли бампер от девятки этим летом, когда работали. Ну и чё, начали, короче, на нем прыгать. Ну, он пружинит, резиновый, прикольный, чё. Начали, короче, над ним всячески издеваться, там прыгать, потом лупить об дерево. Я начал от него пружинить. Так классно пружинил. И один пацан, я не знаю, что вообще с ним такое, он все время все за мной повторял. То есть я там на дерево залазить начинаю, там на повальное бревно, и он начинает залазить. Я там начинаю вот этот вот как раз по этой фигне прыгать, и он тоже начинает. Ну, короче, начинаю прыгать на этом бампере от девятки, ну, отскакивать от нее. Он, короче, сбоку пристраивается, ну, пополам его просто. Мы над этим просто очень долго перлись с теми, с кем мы там вот работали. Очень долго. Он, конечно, ложанулся по полной. Сейчас я перезапущу записи и продолжу. Мы продолжаем. Я, кстати, заметил то, что здесь все карты именно от ралли. То есть, отодрали. Немножко не те мысли у меня пошли в голове. То есть, имеется в виду с трибунами. Секундочку. Меня отвлекли. Просрал весь старт. Да ну и ладно. Нагоню 4 круга. Хотя, конечно, хороший старт. Это... Ну, чё, стоп. Оба-на. Нанес муру, нанес. Брат, это мне очень надо. Оба. Нет, нет. Фу. Вторая позиция. Ну что ж, неплохо, неплохо. Вот меня там пытается обогнать, но... Ой, ничего не выйдет. Красный ложанулся. Вот желтый вообще офигел. Надо постараться его нагнать. Вообще у желтого хорошая машина. Ну, видимо, у него хорошо прокачано, потому что у меня просто денег нет на прокачку. У меня там были где-то 8 тысяч, то ли сколько в таком духе. Почему я так все время подлетаю криво? Ого. Окей, беру свои слова обратно, я не самый кривой подлетальщик тут. Черт, развернулся. Кстати, ну почему я тут-то появился? Ну, ё-моё, ну не люблю по такой дороге ездить. Все очень медленно происходит. Мне нужна скорость. Желательно скорость света. С ней то что любых выдрукну. Это скорее разобьюсь нафиг. Так что думаю, 1/10 от скорости света, и возможно мне что-то удастся. 4-я позиция, нифига себе. Первые 3 как далеко удрали. Ну, мы их потихоньку догоняем. Цель сбежать, а вот фиг вам. Ничего у вас не выйдет. Вот опять, почему-то вот подлетает очень криво. Нанес ему урон, нанося себе урон. Ну что ж, только я так могу. Развернул его, ибо нефиг ездить передо мной. Так как я хочу выиграть. Вы не хотите, так как вы боты, а я хочу выиграть, так как я человек. Зря я так, наверное, не сниму. То, что они боты, еще не значит, что у них нет чувств. Стремление к победе. Ай. Зато они бессмертны. Хотя я тоже бессмертный. Ну, я имею в виду в игре. Вылететь 100 раз из машины, влететь головой в дерево с такой дурью, что можно просто разбиться. При этом выжить. Что-то мне напоминает GTA. А, я понял, он просто воскрешается в больничке неподалеку. Последний... А, это был последний круг, 4-я позиция. Да, придется ресетить. Ну что ж, сейчас попробуем у всех победить. Помню, с другом играли в игру на компьютере давно-давно. Мы сейчас с ним сильно так не общаемся. Он, короче, я их всех здесь победю. Побежду. Или все же победю. Может быть, побежду? Короче, я их всех здесь выдрюкаю. Те, кто не знает, правильно говорит, победю.
не побежду, не... По-моему, по-другому никак уже нельзя сказать. Ну, разве что... Побужду. Почему бы не сказать слово побужду? Побздю. Я их все тут побздю. Да, хорошее слово. Надо будет запомнить. Ну-ка, батон кружу, да я сейчас тебя побздю. Ну и, в общем-то, побздите на него. Ай-яй-яй. Ну, я, наверное, несу полный бред и ахинею, но... Не может. Вы, наверное, спрашиваете, почему мне можно? Ну, потому что я так решил. Это, знаете, как в анекдоте. Я дебил. И я этим, да, это, и я этим горжусь. Обычно этим не гордятся, но я же дебил. Вот у меня примерно что-то наподобие. Ну, правильно, езжай там. Набираем скорость, чтобы как можно лучше закончить этот круг, чтобы... Немного занесло. Чтобы получить бонус за... Круг, лучший круг. Я считаю, это один из самых лучших бонусов, потому что он не самый такой трудный. Ух ты, это ж я во что такое вляпался там, интересно. Кто так подлетел? Так. Еще довольно-таки много ехать. Я вижу желтого. Видимо, он тут ложанул и... Чувствую, хочет уступить мне свою первую позицию. Жопы чую. Оба-на. А я тут думал, желтый первый. Он оказывается второй. Там, почему у меня позиция... А, это мы нагоняем по второму кругу какого-то ташка. Понятно. Ну что ж, неплохо. Все же там лажанул, и по-прежнему желтый впереди. Я хочу нагнать того, который впереди, который, вон, видите. Нет, вернись, пожалуйста, на трассу. Как вы видите, там все просто на этом месте багаются. И я первый. Как второй? Обогнал меня на миллиметр. Вот урод, а. Я собрал бульдозер, получил. И у меня 4600. А по-прежнему на первом месте. Сейчас я переспущу записи, продолжу. Я подумал так, в этой серии я хочу пройти весь этот кубок. Мне насрать, насколько это выйдет. Хоть на 40, хоть на час, хоть на 2. Но я собираюсь пройти этот кубок сегодня. Получить кучу денежек. Наверное, купить новую машину. Какие там вообще предложения будут. Нужно сначала будет запомнить характеристики своей машины. Потом посмотреть, какие там характеристики. Но в принципе они же, это же все будет улучшаться, и тем более мне еще с этой машиной гоняться. С новой моей машиной нужно будет гоняться не только на стритрейсинге, но там еще какая-то, по-моему, новая, как-то кубки, что ли, или Премьер Лига. Что-то типа этого. Я специально сказал слово Премьер Лига, вспомнил Воронина. Ну, по-моему, Премьер Лига бывает только в футболе. Честно скажу, не знаю. Не увлекаюсь футболом. Я вообще мало чем в жизни увлекаюсь в спорте. Нет. Самим спортом мне нравится заниматься, но вот всякие там футболы смотреть и так далее. Мне это не интересно. Если я хочу посмотреть футбол, то я поиграю в фифашку. У нас, кстати, недавно приезжал ЦСКА. Вместе с ним приезжали более 2000 болельщиков. Честно скажу, из школы нам выходить было нельзя. Все кружки в городе поотменяли. Почти все. Так, вот. А после окончания матча выходить на улицу было строго запрещено. Потому что болельщики поддатые... смотря кто там победит, может у драка увязаться. Ну, короче, и вы можете под раздачу попасть. Вообще драки болельщиков — это смертельно опасно. Очень часто людей сбивают как раз на таких драках.
Так. Позиция четвертая. Второй круг. Почти заканчивается. Сейчас мне нужно догнать тех, кто урвался вперед. Фу, не вляпался. И желтый меня решил нагнать. Что ж, урод, и ни себе, ни людям называется, а? Фига себе, эта тварь еще и вырулила. Вообще говно. Не, посмотрите на эту тварь, а? Мразь поганая. Ну что, я буду мстить, и мстя, она будет страшна. Так. Видимо, желтый решил догнать красного. Ну что ж, я буду за, если он его подрежет. Еще лучше сам кто-нибудь врежется. Третий круг я проиграл. Пятая позиция мне, ну, никак не нужна. Придется переигрывать. Там ничего еще не финишировал. Ну, вот так вот вставлю. И, ну блин, я хотел, чтобы меня... Ой, я завершил гонку. И по-прежнему на первом месте. Ну что ж, это круто. Но... Нет, это не круто. Мне нужно сейчас возвращать свои позиции и уходить в отрыв. Просто напасть. Потихонечку по обочине приехал. Недавно посмотрел несколько видео стоп-хам. Реально молодцы ребята. И Хрюш против. Небезызвестная тоже группа людей. Те, кто не знает, кто это такие, они ходят по супермаркетам и ищут просрочку. Отмечают ее. И если через неделю, по-моему, ее не убирают с прилавков, то приходят Хрюши. Люди надеваются в костюмы свиней. Также просто люди, как для охраны, то есть, чтобы, ну, если начиналась драка, то есть, не уходите. И они, то есть, просрочку приходят в этих костюмах, собирают всю просрочку и требуют, чтобы всю эту просрочку вытянули. Ну, тоже забавно, некоторые люди, владельцы магазинов, продавцы себя ведут. Почему забавно? Ну, потому что неадекватно. Я, как уже говорил, я часто себя веду неадекватно. Но я считаю это забавно, просто когда человек ведет себя неадекватно. Да, я себя тоже веду неадекватно. Ну и что, пускай тоже кто-нибудь посмеется. Хотя обычно после этого плакать хочется. Но не суть до дела. Опять тут поехали. Ну ладно, зато третья позиция. Я, по-моему, был на третьей позиции, так что нечему радоваться. Надо желтого догнать, но чтобы его догнать, нужна нитра. Ну или чтобы он ложанул. Что он, конечно же, не сделал, и вошел в поворот намного лучше меня. Да и сейчас вот я ложанулся опять. Жаль. Хочется иногда обогнать всех там, кто первый, но мне это не удастся. Последний круг. Эти Джексон уничтожены. Кстати говоря, еще заметил одну закономерность. Вот на таких ралли трупов меньше. Извиняюсь. Вообще, по-моему, говорят, чихать полезно. Так, как вы заметили, по щебенке ехать скорость намного занижается, и благодаря этому я смог обогнать желтого. Значит, он меня сейчас догонит, поэтому попробовать нужно уйти в отрыв с помощью нитры. Что мне не дало никакого преимущества, еще я вылетел с трассы. И уже
четвертая позиция. Да. Потерялся немного и около финиша просто. Произошло. Видимо, опять придется. Ого. Чувак, где-то монстр. Ладно, все, можно финишировать. Седьмая позиция. Ну и ладно, все равно ресетить. И буду уже проходить за кадром. Перепрошел на третье место. И не заметил даже, как проехал три круга. Вот только начал. Ух ты. Уже 35 минут 12-го. Снимаю я очень долго. Переместился на третье место. Ну что ж, как я же обещал, я хочу пройти полностью вот это вот, этот кубок. Ну, все прокачивания и покупки машины и так далее будут уже в следующей серии. Неплохая карта. Да, еще и заметил то, что боты стараются уйти от столкновения. Не понимаю, зачем они это сделают, но все же, когда к ним начинаешь подъезжать и хочешь бортануть, они начинают ходить от сталкивания, или же пытаются тебя столкнуть. Ну, как вы видите, у него не получилось, а вот я ему сейчас хотел в него влететь вот так вот на полной скорости, но он увернулся на себя так. Да, помню, на лето нам сдавали читать, ну, всем, наверное, на лето сдавали читать книги. И одна книга, я ее так и не прочитал, она меня взбесила просто на первых строчках. И что самое интересное было в ней, вот то, что я успел прочитать. В этом городе по виду человека можно узнать, какой у него характер. И следующая строчка. А можно и не узнать, какой у него характер. Смысл вот этого вот был. Ему строчек не хватало. В общем, я так и не понял, в чем смысл был. Шоу. Я так и не прочитал, потому что меня начал тошнить просто и тянуть, болевать от этой книги. Я только время потратил. Пока я ходил в библиотеку за этой книгой, пока читал эти первые строчки, на это все ушло у меня минут 20. Я бы лучше Жюль Верна прочитал побольше. У него очень интересно. В общем, стараемся догнать своих соперников. Четвертая позиция, нужно догнать этих двух, догнать и обогнать точнее. Видите, опять крюк висел в воздухе. Черт, позиции 3 у меня было. Ну что ж, неплохо тоже. Третья позиция, это тоже хорошо. Он мне не мог это сквозь меня проехать. Странно. Так, опять же перезапускаю записи и продолжаю. И продолжаю. Мне нужно обогнать, вот на этой трассе мне нужно прийти первым или вторым. Ну, стараться прийти. Если приду третьим, то не огорчусь, третье место тоже неплохо. Но все же, чтобы обогнать первых двух. Так как между мной и первым, по-моему, разница в 4 балла. А если уничтожить того, кто лидирует, это, по-моему, желтый, то очень трудно уничтожить. О, опять это место. Помню, в одной серии на этом месте довольно-таки сильно бесился.
Опа, на валуны покатились. Этот желтый, который меня бесит. Стараемся их догнать. Фонарик полетел красиво, мощь. Посмотрите на это надо. Типка. Ты что, с управлением не справляешься? Я тоже. Все же обогнал, гад. Ну что, сейчас мы догоним его. Оба-на! Это он так на конце подскочил. Лошара. Третий круг, жалко, что не четвертый. Так, я сейчас в отрыве и в ударе. Тоже постараемся сохранить наше первенство. Вот уничтожили. Стараемся сделать так, опять желтый, опять этот желтый. А за ним и пикап неподалеку. Чувствую, я сейчас где-нибудь налажаю. Ой, чувствую. Вот он уничтоженный. Хоть сейчас одной рукой вести, потому что коленка сочесалась. Все же, похоже, мне суждено третье место. Хотя, возможно, на второе удастся выйти. Надеюсь, что на второе удастся выйти. Может, по-моему, до финиша тут осталось совсем чуть-чуть. Да, рукой подать. Да, второе место неплохо. Припарковались. Ну, смотрим. Да, второе место. Интересно, что же я получу? 400 тут. Тут получил 500, и это была последняя гонка, занял второе место в кубке. Получил 4900, и также новое это. Затем новая машина. Новая машина. Новая машина. Новая машина. И 17 тысяч. Неплохо, неплохо, неплохо. Идем, подождите. Сначала мне нужно посмотреть. Тут еще дофигища в стрит-рейсинге проходить, короче говоря. Сейчас пойдем в магазин и знакомимся с ассортиментом машин. Ну, вот это вот у меня никак... Ой, подождите, это я в дерби, что ли, зашел? Нет, это мне для стрит-рейсинга нужно. Смотрим, рух. Высокий разгон, хороший максимальный километр в час, но управляемость вообще фигня. По-моему, еще вот этого добавилось, да? Я думаю, может вот это купить. Вроде как неплохая. И управляемость хорошая, и мощность. Здесь не слишком высокий, зато максимальный километр в час. Сколько она? 60 тысяч. Так, хорошо. Тогда идем, как обычно поступаем. Купить эту машину. Затем идем в гараж. И смотрим, за сколько мы можем продать эту машину. Продать за 64 тысячи. Неплохо. Хорошо, так в нее денег, извините за выражение, втрахил. Вот эту машину я собирался купить, я ее покупаю. И первым делом, значит, сначала мы продадим вот эту машину, потому что она мне в гараже нафиг не нужна. 1500, какие-никакие деньги. И идем в автомастерскую. С чего я начну? Конечно же, с управления. Потому что мне управляемость очень нужна. У этой машины, тем более у нее не слишком хорошо, хорошая управляемость. Теперь мне нужно прокачать ей закись азота, пожертвовав мощностью.
И у меня остается 6000. У, 20 тысяч. Ну, это максимальный километр в час так сильно увеличивает. И что же мы тогда сделаем? Мы тогда улучшим кузов. 9000. 4, но это вообще как-то мало. Дает всего. Даже толку нету, а вот это вот есть тут купить, но на 9000. А, уменьшает вес разгон. Ну, видимо, я буду просто с места срываться. Ну что ж, на этом... Ой, подождите, еще хотел кое-что посмотреть. Ой, в автомастерскую. Мне вот интересно, вот тут вот кое-что в двигателе. 2300, как раз мне хватает. Что мне это даст? По-моему, вообще почти ничего не дает. Ну ладно, в ноль. Просто денежки потратил. На этом хорошем моменте я закончу серию. Если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий. В общем, всем удачи, всем пока.